¿Ves? Вот я добавил магниты, пару штук нашел в загашнике. Вот. С чем я столкнулся вот последний период? Видите, магнитная елочка. Есть центр. Магнитная елочка залипает у меня. Хотя сделал прерывание, чтобы не было замыкания полей. Но магнитная елочка залипает. Вот смотрите. Видите, она должна выстреливать. Вот. А она не выстреливает, потому что она вот залипает. И так каждый магнит. Вот. Как вот тут убрать это залипание, вот тогда будет какой-то результат. Вот видите. То есть получается, каждая последняя точка притормаживает. Она должна, каждый магнит должен набирать, прибавлять энергии, прибавлять скорость. Тогда она без вот этого кусочка должна пролетать. А так получается, она разгоняется, тут тормозится, здесь разгоняется, здесь тормозится. Вот. Видите, она должна вылетать со свистом, как обычная, ну, которая в длину идет, елочка магнитная. Вот видите, чего она тормозит. Ну что здесь залипает в конце. Вот видите, какое залипание. Вот если убрать это залипание, то он покрутится. Он покрутится, он вынужден покрутиться. Вот, ему ничего не остается будет делать. Так получается, здесь вход, а вход получается, здесь он толкает, а здесь тормозит, понимаете, каждые вот эти последние магниты тормозят. Вот так. Даже не может, видите, даже не может на последний магнит выйти. Есть у меня пару идей, я их сделаю, как убрать эти залипания, и покажу видео. Ну, что у меня получилось. Пока я решил на этом показать, что у меня вышло. А потом попробую с этим залипанием побороться. Вот так вот. Все, кто что думает, ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Это вырежется. Минуты три.